Дорогие друзья, здравствуйте! Совсем скоро начнутся новогодние праздники, а это значит, уже пора начинать благоустраивать, декорировать и украшать все общественные места. Студия Реклам.ру, как обычно, приходит к вам на помощь. Все потому, что в этом году наша коллекция новогодних фигур из стеклопластика просто невероятная. Начнем, наверное, со Снегурочки. Согласитесь, она волшебная. Наши мастера создали фигуру Снегурочки по мотивам диснеевских сказок. У нее густые белые волосы, большие голубые глаза. Вообще она такая вся сказочная, прекрасная, красивая. Согласитесь, стоя рядом с ней, хочется сфотографироваться, запечатлеть этот момент на память. Скажу сразу, все фигуры от студии Реклам.ру изготавливаются из стеклопластика на морозе. Этим изделием ничего не будет. А самое главное, они имеют легкий вес. С легкостью переставляйте с места на место и создавайте новые композиции. Ну а мы с вами возвращаемся к нашему сказочному сюжету, который я вам сегодня обозреваю в видеоролике. Какая Снегурочка без старого доброго Дедушки Мороза? В студии Реклам.ру традиционный сказочный персонаж. Мужичок с длинной бородой и с большим мешком подарков. Кстати, обратите внимание, что и Дедушка Мороз, и Снегурочка выполнены в натуральный человеческий рост, что позволит создавать интересные композиции, например, для новогодних фотосессий. Следующее. Вы помните, в этом году у нас год быка, поэтому мы создали несколько интересных макетов быков, которые вы также можете использовать для декора. Вот такие вот бычки в новогодних костюмах. Они совсем небольшого размера, могут лежать либо сидеть, а самое главное, не в ярких новогодних костюмах. Естественно, ни один Новый год не обходится без подарков и сладкого. Объемные макеты в виде подарка. Кстати, ее можно немного модернизировать, и это получится лавочка. Можете посмотреть на нашем сайте, как по итогу получается. Новогодние леденцовые конфеты, снеговики, все это из года в год переходит. Самое главное, вы можете вдохновиться новогодними идеями и создавать уже свои сюжеты для фотосессий, для украшения витрин, магазинов, кафе, ресторанов, вообще любых заведений, улицы, входные группы, центральные площади ваших городов. Представляете, сколько всего можно декорировать и создать новогоднее настроение благодаря фигурам от студии Реклам.ру. Также представлю вам нашу новинку. Металлический шар, новогодний шар с дюралайтовой лентой. Светится он просто невероятно. И я вам попозже в другом ролике покажу, как это выглядит в темное время суток. Это вообще невероятно волшебно и сказочно. Посмотрите, какая волшебная атмосфера создается благодаря световым фигурам от студии Реклам.ру в темное время суток. С вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Пока-пока!